Спасибо. Короче, хлопать не должен никто, кроме меня или Джеррион. А Джеррион тоже не хлопай, пожалуйста, на первой фазе. И на, ну, кроме момента, если на четверых хилах будет магия. Я все буду в РК говорить. Окей. Все остальные... Все остальные хилы и ДД, если на вас освобожденная магия, вы выходите из рейда, взрываете один случайно набранный стак, возвращаетесь и стоите в рейде. Вы не стоите по три стака рядом с рейдом и копите. И тем более не стоите их в рейде копите. Пожалуйста, кто сейчас будет выше нас по урону по рейду, получит ГП, если мы упадем. И, соответственно, если вы упали от притяжки, бомбы, то вы тоже ГП получаете. Напомни, пожалуйста, сколько там стаков нужно нуликам копить? На ДК? Нет, ну вару, например. Ну, если ты 7 накопишь, с тобой ничего не случится. Если 12, то ты умрешь. Ну, естественно, если я ору, что 5 хилов магии или 4 хила магии, то 7 это тоже уже много, 4 это оптимально уже. Давайте, обновляйте фласки, сейчас Синдралич как раз с фласочками побьем. Обновляйте фласки, пишите, кому что не хватает. Виталик, только тебя ждем. Приятно, конечно. Можно начинать. Давайте, спускаем босса, фрошмот, танки. Меняйте друг друга пораньше, короче, не задерживайте. Садитесь, кушайте маговскую еду сейчас. Поставь стол. Помните, ну вы, может, наверное, еще никто не играл тогда, когда-то на Синдре, короче, с пула. Сирнул чуток. Чуть не обсирали. Не копим никто магию, с хилами все нормально, не копим. Просто хлопнули, вернулись, стоим в рейде. С пула давали рост, короче, и он откдешивался, и мы на последних секундах еще ее с ростом добивали, вот настолько нам ДПСа не хватало. Марадгас, не копи, пожалуйста, магию, брат. Это когда ты седьмом? Не, ну где-то, ой, куда-то я не туда побежал. Не умирай, не умирай, не умирай. Не, году в 2010-11. Никто не копит магию, все хорошо с хилами, ноль стаков на всех. Метки вниз, набираем друг от друга рейндж. Можно скинуть? Да, скидывай, только, ну, не в центре. Падает слева близко. Если у склепа 200 тысяч хп, стоп ДД по нему. Склеп, за которым вы стоите, с кружком не бить вообще. В центре близко падает. Там двойной, но еще раз убьет. Кот, поднимай ДЦ. В центре близко. Разбивай, разбегай. Двойной был Джеррион, ты очень большую подсказку дал. Падаем, давайте, падаем. Падаем. Смотрите, сейчас, захиды, короче... Захиды, нормально, дай бэры просто. 8 человек сдохло, я уже спустился под бомбы. В смысле, 8... Давайте в веселую игру играть, короче, в очень веселую игру, ну, ради пацанов, которые ДПС фармят. Сейчас, если вы разобьете хоть один лишний склеп, тупо один лишний склеп, и человек умрет, все ДД, 19 человек, получат по 100 ГП. Давайте не по 100, по 50, что, ну, типа, жалкая цифра, 50. Тупо вообще все. Сколько там вас? 18. 18 ДД получат по 50 ГП. Да, если вы разобьете хоть один склеп сейчас. Я в танк. Там зайду по хиту. Протопал без КД. Я, ну, в чем проблема? Я говорю, кружок, не бить. Разбивается кружок, рейд падает. Ой, для тех, кто в метках стоит, не давай. Нужен танк. Все хорошо, у нас фуловый рейд. Могу танком жить. Это, конечно, не оправдание, но там времени пиздец, сколько было перебежать. Ёби, центральные метки просто. Сильно вали. Называется там что-то. Ну ничего сложного нет. Один склеп, даже если у него 400 тысяч КП будет,
вообще ничего не случится, просто ничего. Ну тупо. Вот я стою, короче, я не конкретно по Валере говорю, ну как Вары делает, но Валера тоже так делает. Он стоит такой, у склепа 280 тысяч, он думает, ну сейчас моя атака на 30к ничего не сделает, бах. Анхолик такой думает, ну сейчас я доточки обновлю, ничего не будет. Бах, доточки такие полетели по склепам. ШП такой думает, ну сейчас я пыточкой тихонечко подобью. А почему Мак ты такой... после вот этого тьфу-тьфу-тьфу, типа делаешь, ну паузу, ты типа вытираешься, что ли? Я думаю, какой класс следующий назвать. Еще раз говорю, большинство рейда, 80%, стоит за одной меткой всегда. Это кружок, я его вешаю почти всегда. Вот его не бейте, вообще не бейте. У всех остальных склепов, пожалуйста, бога ради. У нас 4 шипы, у нас гимнов 5 шипы. Да обосрачки гимнов просто. Если у склепа 200 тысяч хп, тупо стоп. Просто стоп ДД в него, ешьте рыбу, фулбаф. Чек на пул. Жирный шаман и Виталик. Аршам, ты здесь, братка? Аршам здесь. Некромаг. Все да, готовы? Спускаем босса. Кушайте, пожалуйста, маговскую еду. Пульте, пожалуйста. Там что-то был срыв огром. Могли упасть пораньше еще, кстати. На пул, на Войда. Ноль стаков на все. Все хорошо, ноль стаков. РДДшных миники копите там сколько надо. Саванна же милик. Ну, если бить их по этой дубиной. Беги, малышка, беги! Никто не копит ничего, на всех ноль стаков. Хилы, два хила магия, три хила захиливают. Джерри, он не копи стаки. Давайте меточки вниз, все остальные наверх. Склеп, кружка, не бить вообще. Все остальные 200 тысяч, стоп ДД. БДК в метке, протопал, будешь ловить. Вот тут кружок вешаю, ну, очевидно, слева близко падает. Кружок не бьем, я тоже за кружком стою, я никуда перебегать не буду. У кружка уже 200 тысяч, справа близко падает, у кружка 250 тысяч. У всех остальных склепов, кстати, фулл хп. Такое чувство, что вы наоборот делаете с точностью. Все слева на лестнице падает. Это убери лок. Левый склеп, стоп ДД. Левый склеп, где мало капет разбивает, это ГП. Давайте, бьем склепы, кокосина гимноману. Протопал, уводи босса, пожалуйста. Протопал. Косина гимн на хп. Да блин, я про ману случайно сказал, это же очевидно было. Ой, елки. Клёна поднимает зипера. Кот поднимает гровера. Килиман... Мун вот этот поднимает Азиона. Беги, малышка, беги! Ваня прикольно стоит. Так мы захилить надо. Так, ну, не под притяжку же нас стоит. Мы же не можем хилить на притяжке. Ну, вообще-то можете. Да, ну вставай. У нас нет БРов. Повесь свой, пожалуйста, СС на БДК. Бафы локом и варом быстрее.
Никто не, не копит стаки, магия на двух хилах. Метки вниз, набираем рейндж. Две метки в склепе. Я повешу метку черепа. Ее нужно будет разбить полностью. Я скажу, когда. Справа близко падает. Метку кружка не бьем. Кружок не бьем. Смотрите, короче, в череп. Готовимся. Слева на лестнице падает. Слева на лестнице. Возьмите все в таргет череп и вольете с него тупо по моей команде. В центре падает. Пока не бьем череп. Не бейте его, не бейте. Слева на лестнице падает. Слева на лестнице. Все в череп, в череп, в череп. Быстро, быстро разбили череп. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Убиваем все остальные. Пей, Диана, пей гимн на ману. Ой, на хп, на хп. С маной с этой. Все, бэров у нас нет, ноль стаков на всех. Четыре хила магия, милики не копим. Никто ничего не копит. Ноль стаков, все абсолютно держим. Один хил в рейде. Никто не копит стаки. Два хила магия, два шамана хилят рейд и танков. Все метки несем под босса. Все склепы несем строго под босса. Мелизона не замораживается. Первый склеп под босса. Не копите стаки. Вторая фаза. Зиппер под босса. Хорошо его захиливаем. Ушли мелизоны. Становимся в звезду и склеп сразу фулл ДД. Бьем этот склеп. Как только Декалан сбросит стаки, меняй сразу танк. Замена танков, следующий склеп под босса. Субкультура под босса. Склеп не бить, вообще не бить. Притяжка, кастуется притяжка. Дай, пожалуйста, Freedom Void, спасибо. Отошли все от босса, притяжка. Beautiful в сторону. Давайте рост в сторону. Рост. Разбиваем склеп Beautiful. РДД, милики бьют босса. Склеп справа, фулл ДД. На всех ноль стаков. Три хила магия, два шамана хилят рейд и... Рога под босса. Мелизона ушли. Разбойник под босса. Левее, немножко левее. Разбиваем его склеп, фулл ДД. Beautiful гимн на ХП. Салди под босса. Держим танка. Войд умирает. Салди под босса. Мелизона ушли. Разбили склеп. Никто не копит стаки. Beautiful, ты нахлопал по рейду очень много. Клёна, ты нахлопал по рейду очень много. Склеп под босса. Попал мертв. БРов нету. Добиваем так. Притяжка, притяжка. Бей, не бейте. Войд, если ты умрешь, станешь на СС, не спеши таунтить. Кокоси на под босса. Не моя вина, что я упал. Знаю. Бивайте. Бьем склеп, и остальные все в сторону несем. Не копим стаки в рейде, пожалуйста. 3 миллиона. Красную каплю Салди Войду. Салди, красную каплю, Маратга в сторону. Демон, отойди, демон. Бейте Синдру. Луч. Наконец-то свободно. Удел смерти. Ну, очень много суеты какой-то. Вот вы понимаете, что проблема вот рейда вот в этом, короче, ни в чем больше. Только вот в этом. Джерри он третий по хлопкам. У Джерри на 100 тысяч нахлопано, а у Вани 200, а у Клёны 500. Вы тупые, что ли? Вы не понимаете, за чем падаем? Скорее только что хлопнул. Ты не понимаешь, где я хлопал? У тебя по тебе нахлопано 34 тысячи. Еще 30 по копиям и петам. 30 и 30. 60. Минус 90. 400 тысяч нахлопано по рейду. На первой фазе я по 6 стаков по вам лупашил, да? Кольцо на мейн. Кольцо на офф.
Токен завоеватель. А кто забирал уже? Какой сено? Блин, я не знаю, захилить его таким составом вчетвером его или нет. Мы захилите. Гровер, вставай, Гровер. Короче, лича ведем за котом, кот возвращается. Первых валик всех бьем, на вторых вальках только меня и хилов разбиваем, и протопаладина. На третьих вальках всех бьем, на четвертых вальках кого-то отпускаем, кого-то бьем. Всегда, вы всегда должны стоять звездочки чуть-чуть слева или справа от босса. Максимально близко. Единственный, кто не в звездочке стоит, это Хант. Ну и БДК. По станам. Утроп, ты первую вальку станешь. Салди, ты вторую вальку станешь, ромбик. И Декаданс, третью вальку, трусы. Утроп, ты кружок, если что. По иннерам все скажу, по гимнам, тотемам тоже все буду стараться говорить. Войд, смотри, братка, ты когда лича ведешь, там, я не знаю, ты танчил уже или нет, но вот ты его ведешь, короче, остановился, вот тут ты становишься, понял? Вот тут, короче, рейд, ну, милики стоят. Вот тут лич на тебя мордой смотрит, ну, потому да, что если на тебя кинется ловушка, они в нее попадут, а если нет, то есть шанс отбежать. Ну или наоборот, ты вот тут стань, понял, мордой, лич туда пусть лицом, без разницы, лишь бы, ну, боком вы как будто шли. Ну и все, короче, в принципе, мы с котом ману Транга заливаем, а Виталик жирному шаману заливает ману. Чему субкультура диспелить? Субкультура, ты же умеешь диспелить, чтоб, ну, никто не умер. Не просто, что ты, типа, если он не бежит, ты все равно диспелишь. А зачем он возмущался про Лакибупса и взял его в гильдию? Я думал, Лакибупс умер в Донецке. Давайте фулбаф, короче, по рейду. Кушайте рыбку. Обновите фласки, у кого там есть они. У кого нету, лохи. А рыбку кто поставил? Ну сейчас Дорн где-то поставит, он у нас один кулинар тут. Вот, видите, возле анхолика, возле звездочки рыбы. Ну и в принципе все. В комнате все будет хорошо. Главное, короче, валькир пережить. Ну и в комнате, чтобы у нас с Джерри он был живой. А там, если что, Виталик, мы из облика выходим, тоже подхиливаем. Так это первый уровень, Lucky Books. Это не настоящий, настоящий. Там, Редрик, я вам скажу, по никам назову, когда капли кинуть. Да если первый что, труп. Я сам назову, но ты забирай, короче, все время 2-3 вурдалака на себя и шаркаря, тогда тебе не нужны будут никакие капли. Понял? Но всегда, чтобы не... Те, кто забирает по одному вурдалаку, они умирают. Потому что чума тупо не разгоняется. Она разгоняется, стак набирает только когда кого-то убивает. А когда не убивает и просто тикает, как по шаркающим, она теряет один стак. Подтверждайте готовность. Изменилось то, что осквернение и ловушка... Подождите, не запускай. Осквернение и ловушка, щелочка, теперь кидаются на БДК. То есть на нем может быть вполне лужа себе. Ловушка 3 секунды уже встала. И ловушка, да, быстро очень тикает, поэтому сразу с нее сходим, не стоим, не ждем. Азион и Клёна, Джерио. Ну я тут запускаю, если что. Ну и щелочка там, если вдруг у протопала проблемы, то ты исступление снимаешь, как раньше. Виталик и Дима. Субкультура. Джерион, Варенька. Я тут запускаю, запускаю. Смотри, Ваня, я... Ты тимы распределяешь там, блядь. Димон, Димка, Димыч. Дмитрий, Димасик.
Кот не возвращается, пишет Олег. Ну ладно, тогда не будем за котом водить. Короче, никто не отходите, как только Джерри он пошевелится, мы сразу запустим босс. Понятно. Есть хил на дичь, который готов соло тащить этот рейд. У Джерриона, видимо, ноут сел, короче, сейчас он зайдет. А что, ты в жирного шама не веришь? Не, ну верю, конечно. В смысле не верю? Если бы я в него не верил, я бы его в рейд не взял. Сейчас Джерри он улетит на Валькира, мы будем жирного шама верить. Сейчас жирного шама схватит и даже ДД не будем тратить, чтобы разбить его волю. Смотрите, васабик, варенька, певчий. Тупо все в сети, сейчас девятая РС-ка будет, я чувствую. Иди ты нафиг. Смотри, у нас 54 человека онлайн в среду в 11 часов вечера. Ну я и точно РС не буду. Васабик будет, там тупо 2 БДК надо найти и все. Это и так рекорд, блядь. 8. Что-то Димка пропал у нас. Олег, ну заходи пока на Иршамы. Но тут надо поднапрячься, короче, за Иршама будет. А, все, Олег, Димон зашел. Субкультура и Азион, Селдли. Селдли. Джерри, он зашел в РК? Войт восстановил 8 персонажей. Подожди секундочку, что-то не такая, что-то запах. Да у тебя комп сгорел? Седли, ты тут? Нет. Мы запускаем, Дим, мы тебя ждем, только уже 5 минут ждем. Не-не-не, поменяй, меня пинг прыгнул до 3000, я не знаю. Слышишь? Да, слышу. Не знаю, что ты за прикол, я уже перезагружал роутер и... Вон васап там готов. Да, Олег, раньше забил слот. Олег, заходи скорее. Димон, портанись, пожалуйста, в Доларан, я тебе там начислю ЕП. Да, все. Или если отлагал, то давай хилить. Девятая РСК, это прикольно там. Найдите аккаунт с Куриком уже у БДК. Да, не есть, по-моему, 2 БДК. Дайте шкаф, пацаны. Ване или Фердинанд, дайте шкаф, вижу. Тыкайте сама. Подожди секундочку, у меня вроде бы... Олег, не принимай, Симон. Олег, сейчас Джерри, может, отвезти. Эй, Димон, короче, Димка. Все, все. Давай, Олег. Ты все отлагал? Все, короче, фулл баф, баф эти анкс.
Давай. Туман, давай. Жирный шам, у тебя есть ачивка с лича? Тебе нужен лут с него какой-то? Блин. Давай посмотрю. 0.5 ПР. Есть кто вообще теренас ролит? Есть такие в рейде? Кроме жирного шама. Или субкультура? Тебе нужен какой-то лут с лича субкультуры? Кто все жадный? Ну все, Джерри, ну, отдохни тогда, трай. А если что, сейчас мы тебя обратно поменяем, не уходи. Козырь, Клёна, Фердинанд, Азион, Дорн. Трёп, когда будешь запускать, вот, просто скажи, я тут все время. Вань, запускаю, брат, запустил лича. Наконец-то, пожалуйста, РДД в звезду, милики за БДК. Неужели прибыли наконец? Хваленые силы света. Чему диспелит субкультуры, пожалуйста, не давай никому умирать. Виталик, заливаешь иннеры жирному шаману, мы с котом заливаем Анриксу. Этот, каплю кидать на протопала по команде, да? Ну, если протопал в РК просит, типа, а, каплю. Вань, покажи там голос свой, чтобы они знали, кто говорит. Я скажу, первую троп кидает, а потом этот... Сядли. Тотем сопротивление огню, я думаю, тут бесполезен или че? Ну да. Хани маму, но если у тебя мана есть, то тоже Анриксу будешь занимать, когда он попросит. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Ловушка РДД, двинули звездочку, чума, готовимся. Почему вы нести шаркающий? Шаркающий. Да, промахнулся. Еще раз, сейчас забирай. Сейчас он убьет вторую сову, будем падать. Чему здесь пелили? Отходим. Захил, отходим в звезду. Блин, а ловушка взрывается очень быстро, короче. Пожалуйста, не задерживайся там. Бафы сове. Да я был сейчас только, помню. Я не назвал что-то, наверное, да? Давайте, бьем. Один вар улетел. Бьем, бьем. Лики, ловушка, милики, идем все. Все проходим. Потопал дальше, 5 шагов назад. Тихо, на пальт. Чума, 3 секунды. РДД, ловушка, шаркающая, опять Фредди. РДД двинулись быстрее. Завис чуть-чуть, диспел, хорошо. РДД ловушка, протопал, уходи далеко. Отходи далеко. Вар не улетел, что ли? Там один вар улетел. Сейчас ловушка, и все на край уходим. Забили на чуму на эту. РДД ловушка, все на край, протопал, далеко уходи. Утроп, постарайся вынести. Диспель себя. Переводим и все. Набираем рейндж. ШП бьют шары. Кокосина щит себе и гимнаману читаешь на переходке. Ловушка. Убежали от ловушки. Отбежали от нее. Может взорваться еще. Вот троп. Кидай каплю. Блин. Успел. Я не успел. Падайте. Ну ты их как-то плохо танчишь. Прямо они у тебя растут все время. Все время бьют тебя. Я не знаю. Станов не вижу. У тебя есть символ на гнев небес? Да я встанил. Я просто не танчил уже, блядь. Будет, наверное, протопал. Ну что, сейчас ты освоишься. Ты просто кричи так, капля. И все. Пойму. Чешку, а тем лучше, чем ключ. Сейчас капсуар дает мне спасут, а вот броня дал, плюс уклонение.
Клеш, никто допал, это не очень. Что это за советчик? Если честно, ну там без разницы, там встанешь все время шаркающих. Если первые две чумы вынесли, все, там больше нечего делать. Если еще все остальные вынесли, сейчас, по-моему, все чумы вынесли. Все легко. Следите, пожалуйста, за ловушками. Я потому что меня бэрили, я следил, чтобы самому не умереть, не назвал вам ловушку. Гровер улетел. Будьте внимательны. Мне кажется, такие советы молодой орде вот зайдут прям. Молодая орда. Молодая. Это гомики наркоманы, короче, да? Нормальный дуэт зашел у нас. Жирный шам красава, но скорее всего проблема просто ванна. Виталик, вставай. Я жду, когда еще друид начнет хилить так же, короче, все будет хорошо. Че, первый по хп? Ну так ты не переставай, братка. Ты тащи нас. Первый по хп. Эти шкаф, там Гровер далеко. У Гровера не срослось. Фердинанд, дай шкаф. Азион, дай шкаф. Одна. Гол. Тыкните в саму звезду. Все, Фердинанд, не надо. Пошел. Мебельный цех целый. Давайте фулл баф, поехали. Дан Санрикс, покушайте рыбку. 4 человека всего лишь без фласок, это очень круто. А, 6 человек. Зипер и Азион. Клёна. Почему Клёна и Азион, вы все время свернуты в Warcraft у вас? Вы там в картинке, что ли, ВКонтакте скидываете друг друга? Азион. Да. Азион, ГП. Зипер и Клёна здесь. Валера, Виталик. Два гуся. Вот потом удивляются, что рейды долгие, короче. Гуделк, только тебя ждем, Гуделк. Тут-тут-тут. Почему вонючая тварь? Запустил босс, останетесь на места. Вечно тебя ждем на каждом боссе. Звездочка. Хваленые силы света. Мне бросить ледяную. Маги, дайте интеллект, пожалуйста, нет интерьера. Не слышно. У тебя музыка неприятная. Маги, дайте инту, пожалуйста. Не слышно. Слышь. Вот на лестнице приятную включили. Сейчас я приятную включу. Конечно. Отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. 10 секунд до пула лича. Приготовились, отошли все от него подальше. БДК ловит. Все в звездочку рейд. 3 секунды до пула. Я оставлю тебя в живых, чтобы
Блин, я весь рейд не лагал, именно на Личе начал лагать. РДД, ловушка, двинулись. Чума, приготовились. Вань, ну забирай ты шаркающих этих, Вань. Ванечка. Аляска, чума, разбойник. Диспел, хороша. РДД, ловушка, двинулись. Води тоже Лича, Войд. РДД, ловушка, мы уже не достаем до него. Чума, приготовились. Сова, сова, ловушка. Упачи-качи, кот. Диспельте, короче, не вижу кота, диспельте. Плохо, очень плохо. Протопал, ловушка, все проходим. РДД, милики, все идем. Смотрите, ловушка в центре прямо за шаркающими. Диспел с протопала, чему. РДД, ловушка, проходим. Сейчас будет чума, ее выносим обязательно, шаркающий. Милики, чума. Ловушка слева от вас, милики. Утроп, утроп. Диспел. Рано чуть-чуть диспелишь, ну ладно. На. Падайте. Вот вы меня извините, конечно, блядь. Ну дайте я скажу, вот милики, блядь. 3 секунды ловушка взрывается. Лич кастует, хули вы стоите, блядь. На меня метку можешь повешать, смотрели где там. Чё, блядь? Надежда. Резайтесь, ставьте шкаф, отойду на секунду. Не понимаю, как можно, ну, не видеть, куда падает ловушка. Короче, у меня настройки ноута минимальны. Я ориентируюсь только на того, кого лич в таргет берет. А вы улетаете. Гровер второй раз улетел. Теперь еще к нему паладины присоединяются. Мой, какие-то проблемы. Вы не можете ее понести, ну, пораньше, на секундочку. Чего вы так долго это делаете? Она уже дотикала, уже 4 секунда, вы только выбежали из мелизоны, там кот вот этот. Не, надо, я сразу подбежал. Мы далеко, мелизона далеко была. Да, мы вайпнулись на леди. Блин. А можно попросить танка, чтобы он поближе танчил? Поближе к чему? К рейду, к РДД. Ну можно, попроси, пожалуйста. Куда? Какого танка? Куда ближе? Танк. Можно? Мы РДД, нет. Ты далеко реально держишь человека, ты можешь вместе с нами его ты проводить? Видел, там ловушка была, ты раньше, первые три ловушки, ты стоял на там месте, когда кастовал. Мы уже на три ловушки ушли. Я ловушку подождал, он кастовать начал, я потом отбежал. Ну если не достаете, что? Блядь, есть можно такая штука, подойти называется. Мелизона, вы, короче, не должны на лича ориентироваться, милики, вы должны на ловушке ориентироваться. Халимун, сумонься, пожалуйста, или мы тебя меняем, что такое? Давайте, фулбак быстрее по рейду, ешьте рыбу. Чек на пул, не АФКшьте, пожалуйста. В
вторую фазу не видели, позорище. Бля, только собрался выйти. Beautiful, Азион. Следующий трай, короче, если Азион и Клёна вы АФКшите, я вам ГП накину. Ну, постоянно, вот каждый трай вас звать нужно. Так они АФКшат, они тебя не слышат. Так, ну, пусть не АФКшат, чтоб слышать. Становитесь метку, лича запустил. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду... Пишите заметки встречи с самогоном в ЦЛК 10 Бер. Как я его могу в рейд взять, короче, если я не ГС, его не знаю ни имени. Ни спека, ничего не знаю. Так и не бери, значит. 10 секунд до пула. Да будет так! Герои в атаку! Кот, ты умрешь сейчас, кот, отойди, кот! РДД, ловушка, все двинулись, звездочку, быстрее. Фердинанд, ты долго кастуешь. Ну, у меня телепорт. Килиманун, Эрдру, чума. Диспел. Бьютифул, чума. РДД, ловушка, двинулись. РДД ловушка, Войд, проводи тоже, далеко лечь. Милики ловушка, милизона ловушка, двигаемся, двигаемся, отличаться. Шаркающий в рейд. Чума, зипер, быстрее, диспел, хорошо, идеально. Протопал ловушка. Милики, прижимайтесь к РДД зоне. Милики к РДД зоне. Чему уже не несите, забейте. Ловушка и на край уходим. Ловушка, милики, на край ушли все. Все на край. Давай красную каплю, утроп на декаданса. ШП, бьем шары. Кокоси на щит и гимномана. Щелочка, помоги с исступлением. Давай второй пол капли. Ксадли, гимн, ой, красную каплю на декаданс. Помоги с исступлением. Четыре ШП бьют шары. Встань его, он тебя двумя исступлениями бьет. Две персины на висит. Все, диспальчу. Шары бьем. Становимся чуть-чуть справа от лича. Звезду в центре. Сразу даем рост. Давайте иннеры своим шаманам, друиды. Добивайте шар. Шар добивайте. Справа от лича. Звезду все. Правее, хан. Тривали, набрали рейндж. Хилы РДД остались на металлическом круге. Только РДД остались. Хилы в центр уходим. Валю добили. 3% валькира, хорошо.
РДД остались за металлическим кругом все. Ровно по нему стоим. Милики по моей команде уходим к трону. В центре только хилы и протопаладин остаются. Давайте. Протопаладин в центр. Милики по моей команде на счет три. Раз, два, три. Ушли к трону. Вся милизона к трону убежала. Валик не бьем. В лича играем. В лича играем. В центре валькира. В ромбик поехали. Все в ромбик. Станы в ромбик. Ромбик. Разбили его. Быстрее ромбик. ТД и хилы по краю. Играем в босса. РДД, хилы по краю. Милики в центр, по моей команде к трону уходим. Милики вышли к трону. Все набрали рейндж от лича. Все за спину к боссу. Чуть-чуть справа от него в звезду. Хант, каток, и все бьем валик. Все в валькир сейчас играем. Станы точечные. Первую бьем. Первая приоритет. Все три вали бьем. Вышли из-под них. РДД и хилы из-под них бьем. Круг приоритет. Давайте в трусы играем. Активней трусы. Хорошо. Лича в центр. Бьем все лича. Валик сейчас бить не будем. Бьем сильно босса. Валькиром станы и уходим на переходку. Валькир не бьем. Прижались к боссу. Все станы валька. Станы КД. АУЕ станы. Давайте и босса играем. Сейчас лужа сразу будет. Осквернение смотрим. Станы, станы, ромбик, устан. Быстрее ромбик, устан. Держим ромбик, остальные забили. Все, я улетел. Захильте хоть некромага. Лох. Да, я систа. Давайте, плеча на край 1%. Все, ушли на край все. Лох, кинь сестом, на кого кидаешь. Так, Мародгас, давай гимн на ману ставьте, ты там, если есть. Играйте по сферам, сферы летят, сферы помогайте, престов нету, играем по сферам. Бьем духов, только которые метка. Старого добиваем. Так, давайте нового играем. Играем нового духа. Талик, ману, ландексу заливай. Да, не только с которой с меткой стоит, того бьем. Давайте, в нового духа. Паладин, когда заберешь двоих духов, там прожмись. Сфера, сфера. Может, вы поможете сферы побить? Печеньку бьем. Стоп, по духам, паладин, прожмись. Сфера в центре, бейте сферу. Давайте, кружок бьем. Сфера. Давайте, все в печеньку. Сейчас звездочки ходим. Аня, СС БДК, Фердинанд, СС Декадансу. Давайте, идемте. Там духов ловно обидите, все нормально будет. Впереди звездочки не идите. Давайте стали звезде, стоим, стоим звезде. Стоим, все, идем. Стоим, в угол жались, я в угол. Блять. ДК готовься. Слава, прожмись, дайте каплю по ДК. Чего вы звездочки не ходите? Субкультура, гимн на ману, плена, поднимай бьютифула. ДК данс. Да все, все, все падайте, падает, не резайте. Много будет. Не буду спорить, но я шел делать. А я не знаю, зачем ты шел. Там надо было дальше идти. Вот такой.
Вот эти люди, кто первые умерли сейчас, мы все шли в звезды. Рыл, я релогнусь, я резнуться не могу. В гитчат напиши точка UNST. На английском UNST, 4 буквы. Я понял, понял. Можно просто точка ST. Да. Там вали резнулись, аккуратно идем. Смотрите за валями в небо. Трон, там валик плохо бьет. Ну я знаю, что валик плохо бьет, но как бы нас не в вальках была сейчас проблема. Всех, которых надо, валик разбили. У нас вообще в ДПСе улича проблема. Меня, ну, тупо не замедляли. Я как улетал, так и улетал. Один стан там дали какой-то гнев, и все. Из трех паладинов один гнев был. Да ты бы все равно улетел, там 7% было. Потому что у нас, мы на предыдущих валях давали этот, молоток. Гнев давал я, да. Ну и ну, да, они, 7% наверное... было, 7 это много, там должно быть 4%. Не идите сейчас. Джерион, ну ты тут, Джерион? Я, да. Кто у тебя там есть без КД еще? Я не могу зайти, у меня провайдера какая-то хуета, у меня 0.3, короче, мегабита в секунду, я только в РК могу заходить. Я захожу типа в игру, и у меня сразу 4000 пима. А, я понял, у меня такое было тоже вот неделю назад. Да-да, кончено у вас провайдеру двоих. Ты кто-то весь интернет на ферму забрал, а ты теперь страдаешь. Да пока ничего, ты резервный стан. Давайте фулбаф по рейду. Тебе надо было ромбик станить, когда я улетал, дабы все было по-другому. Касочки по рейду. У кого каски нет, подтверждайте готовность. Сейчас раздадут. Субкультура клёна. Клёна задолбал. Все готовы, запустил дича. Давайте, я себе метку повесил, на меня ориентируемся. Все то же самое делаем, просто на зиппер улетел, в этом было, мне кажется, проблема. Там зиппер улетел, козырь улетел, ну, топовые ДД на первых вальках упали. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем тебе быструю смерть. Не забудьте отойти от лича, пожалуйста. Кто там близко стоит? Охотник. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Ну и шары там, Beautiful и Мурадгаз, вижу, что вы по шарам не очень много даете, хотя на второй переходке вы два приста будет. На второй переходке Азион, ССБДК, Фердинанд, ССБДК, Дансу, 2 секунды до пула. 1 секунда. Я
нашего топа ловушка. Мили зона, в вас ловушка. Милики слева от вас ловушка. Бьем. Рога, чумарь. Быстрее прыгай туда как-нибудь. Диспел, хорошо. Не вижу, где ловушка, двигаемся все. Ловушка, РДД. Проходим звезду подальше. РДД подальше в звезду. Вот что это такое, я не застал у меня. Идики хлопнули ловушку и не улетели. Он на ступеньке улетел. РДД ловушка. РДД ловушка в звезду все. Чума, приготовились, одна секунда. Жирный шам, быстрее, быстрее, быстрее. Диспел, блин, ну ты чуть рано диспелишь культуры. РДД ловушка, двигаемся. Милики. Мили зона, милики. Ловушка, милики ловушка. Рога, ты второй раз улетаешь, ты тормоз что ли? Кокосина, быстрее, чума. Хорошо. БДК ловушка, милики в сторону. Я не знаю, как это комментировать. Просто долбоёб. Смотрите, сейчас будет РДД ловушка, на край уходим, сейчас еще чума будет, несите чуму. Хорошо. Диспел. Диспел. Каплю давайте. А, все, не надо. Динеры своим шаманом, кокоси на щит, гимноману, три шипа шары бьем. Где-то Олег говорит, чума на трэше, короче, диспельте по рейду чуму, если начнется. Диспельте 4 стака по рейду. Потом декаданс дашь красную каплю войны. Диспел 5 стаков по рейду. Не вижу стаков, все нормально. Шар впереди, присты. Справа от лича в звезду все. Кант, каток, шаман, это темаков земли, давайте рост. Ближе к боссу, прижмитесь, прижмитесь ближе к боссу. Что вот демон ты тут делаешь? Первую бьем, вторую бьем. Все три вали, быстрее, фулл ДД, станы и три вали играем. Три вали разбили, милики, РДД вышли, РДД хилы вышли из-под босса, из-под вали, в смысле. Анрик, слушай, милики бьем, бьем валькир, милики. Кружок, ромбик, быстрее. Ромбик я, кружок. РДД по краю, хилы, милики под босса, все в центр. Валик сейчас не бьем, только выборочно в центре, какую назову. Милики по моей команде к трону уходим. РДД, ШП подальше, станьте, пожалуйста. Давайте, милики, на счет 3 уходим к трону. 1, 2, 3. Пошли к трону, милизона. Валик не бьем, в босса все играем. Лужа в центре. Блин, Акадзипер где-то улетает. Бьем босса, босса бьем. Там Олег где-то улетает. Олеги, лужа была. Клёная. Ой, кот, заливаешь ману теперь жирному шаману. Этот мир жестоко забирает лучших. РДД хилы набрали рейндж. Сейчас будет осквернение. Рейндж все набрали. Быстрее, милики к трону. Дорн, лужа и все за спину к боссу. Прижались к луже, которая слева. В звезду стали. В звезду. Каток. И слушаем, какие бить валь, каких нет. Первую бьем. Быстрее. Вторую бьем в ромбик. Ромбик и трусы бьем, круг не бьем, ромбик трусы разбили, в ромбик все сыграли, ромбик. Круг отпустили, ромбик трусы.
Давайте, ромбик добили и в круг. Ой, в трусы сразу. Вернее, не под трусами. Давайте все равно. Говно какое-то. Ладно, бьем босс. Все в центр, сбежались, станы валькиром и переводим лича. Алекс сейчас станем, очень сильно гневами небес станем. Одной вали точечно, Даня, дашь, какое скажу. Кружок, кружок точечный стан. Умоляю, кружок. Умоляю, кружок держим и вали бьем. Еще раз стан кружку. Да все, ну что такое, зипер, можешь не улетать, пожалуйста? Глянь, шипы держат, кружок вдвоем. Да падайте, короче, пацаны, не знаю, ничего, не фартит. Всех мы все равно не разобьем, падайте быстрее, начнем сейчас заново, все будет хорошо. Вторых валькир можно не развивать, там получается тоже кидается, когда спускается вторая валька. И получается, когда на первой вальке они разбегаются, а на вторую можно кого-то слить. Мы их и нет. Ну, ты сказал, можно не бить, потом говоришь, можно кого-то слить, но... Не, ну когда вторая спускается, кидается осквернение. Но когда первая спускается, можно разбежаться. И да не будет недалеко получается отличие, можно всех троих спасти, если что. В смысле, вторые вали хватает одновременно со осквернением. Прям одну и ту же секунду. Там осквернение будет кидаться, когда вторая валькира будет спускаться. Там таймеры чуть сбились. Ну, не знаю, сбились, а чьи-то так и должны быть. Они со второй валькирой кидаются. Ну, правильно, одновременно, в ту же секунду. Так разбежаться-то можно на первой, а до этого времени стоять всем в центре. Тогда они, получается, на первой валькире, когда разбегаются, они недалеко друг от друга идут. Огрейте, пожалуйста, валькир, которых в небе. Короче, я, Вань, понял, что ты обсуждаешь, но... Короче, шанс, что там у нас... Допресса, там ДПСа все равно не хватит, чтобы перевести за... Да ну, хватит ДПСа, ты понимаешь, что у нас дважды на вторых вальках улетает зипер, короче. Сейчас вместе с зипером еще улетел Марат Гас и еще какой-то хороший ДД, не помню кто. Ну что, надеяться, что их не схватит. А, клёно. Ну конечно. А что, надеяться, что осквернение кинется на какого-то нормального чувака? Фурик. Валькира, стойте, стой, валькира. Какой фурик улетел? Гровер, когда улетал два раза, ему было ГП. Можешь открыть журнал «Разбойник» и посмотреть. Ты тоже, кстати, два раза улетел, ты за один трай улетел. Как ты, блядь? Войт, не заходи в инст, я тебе рез. Еще один валет, блядь. Портал не нажимаю. Самолица, пожалуйста. Ну, там кто-то валю загрел, вы умираете, короче. У нас тут нет лока наверху, так что... А, ну, хорошо. Постарайтесь быть точечными пацанами и пройти мимо нее. Ну, проблема, короче, не в том, что даже их хватает. Проблема в том, что у нас есть пацаны, которые плохо дамажат, типа меня. ГП. У нас зипер улетел на вторых вальках, у нас после этого еще бой был. Хер знает сколько. И он все равно остался, короче, седьмой по дамагу. Стой, субкультура, сейчас валька возвращается, стой. Не двигайся. Все, пошли. У нас есть лок, мы вас лучше присумоним. Фердинанд, дай шкаф, короче. Че, пока вы нагрите. Да мы уже бежим. Тыкните в шкаф, тыкните в сумон. Сумон тыкайте быстрее. Я пока с хилом, у нас не было комнат, чтобы я мог сказать, что хила мало. У нас пока дамаги мало. Не надо хилю же. Давайте фулбаф по рейду.
Да не надо, уже зашел один курик вместо шипа, пусть вас три приставки. Все нормально, не ссыте, но проблема даже не в том, что кого-то хватает, короче, проблема в растерянности и пацанах, которые первый раз на лечении. Зипер, жирный шаман, субкультура, азиан, клёна. Виталик, опять только тебя ждем, Виталик. Зипер, ты готов? Зипер, ты готов? Коняу. Как ты заебал чекать, сука, каждую секунду? Так я его в РК зову, он мне ничего не отвечает, чеки подтверждает, ну, только давай что. Давай, неужели прибыли, наконец, хваленые... А чё ты в РК тогда не отвечаешь, Зипер? Все готовы? В звезду вставайте, пожалуйста. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. 10 секунд до пола. Да будет так! Андрик, встань, пожалуйста, к нам. 3 секунды. Аня, декаданс, не подходи к ним, стой на своем месте, то потом ловушка, и ты не оберешься, короче. Не могу допустить, чтобы величайший служитель себя пропустил рождение моего мира. РДД, ловушка, двигаемся все, проходим в звезду. Чума, 2 секунды, выносим. Beautiful, чума. БДК-ловушка. Ловушка перед рейдом. Видите, звезда стоит далеко. Если на меня кинется ловушка, вы умрете. В звездочку вставайте. РДД-ловушка, двигаемся. Сова, смотрите, лог, смотри, ловушка перед вами. В звезду. Чума, 1 секунда. Утроп, чума, быстрее. Диспел. Диспел в декаданса, хорошо. Ловушка, 1 секунда, РДД двинулись, милики тоже двигаемся. РДД, ловушка, чума, 3 секунды. Протопал шаркающий, РДД, РДРУ, отойди. Кот, ловушка, ой, кот, чума, и чардж. Диспел, диспел. Милики, ловушка, все, уходи на край, Ваня. Мили-зона, ловушка. Дроп красную каплю, декаданс. Мили-зона, ловушка, на край все. Переходка, на край. Давай вторую красную каплю, Палдин. Палди, давай красную каплю. Щелочка, помоги ему с иступлениями, шп-шары бьем. Кокосина, гимноман. Друиды, иннеры своим котам. Ну, короче, совы своим шаманам иннеры. Рома, ты с нами? Шары, да. Что говорит? Шары бейте, 2 шара.
еще шары присты. Доты, духу и в центру все. Давайте рост. Рост, слушаем валик. Фулл стан и фулл дд валькир. Милики, хилы выходим. РДД и хилы выходим из-под валькир. Сквернение 2 секунды. Вышли из лужи быстрее. Ты добиваем чуть-чуть. Трусы чуть-чуть ДД. РДД по краю стоим. Милики в центр, хилы в центр. РДД все по железному кругу стали. Может быть, кого-то разобьем одного. Милизона по моей команде к ледяному склепу выходим. Давайте, милики на счет 3. 1, 2, 3. Вышли милики. Босса бьем. Играем в босса. Играем в босса. Играем в босса. В центре валю. В центре трусы. Это ДЦ. Там ДЦ. Трусы сыграли. РДД и хилы сейчас по краю. Трусы разбили и по краю. Милики по моей команде к трону. Лича в центр. Милики в центр. РДД и хилы по краю. Вернение. К трону милики. Милизона к трону. Разбойник. Все в звездочку, в звездочку. Мы валькиром, в звезду становитесь. Все в звезду. Бьем валькир. Ромбик приоритет. Все в ромбик сыграли. Даня, ромбик стан. Я как и прошлый был. Уезд стан трусам. Осквернение сейчас будет. Протопал взял. Я не могу трусы заставить. Сейчас встань. Нет, протопал здесь, все играем лича. Виталик, залей ману жирному шаму. Станы валькиром, станы валькиром и в лича играем. 3%, осквернение сразу смотрим за валькирами. Быстрее прижались к боссу, прижались к боссу. 1%, на край ведь. На край побежали, 1%, 0,5%, 40%. Станы валькиром убили все на край. Спокойно, не суетимся, минус 3. Переходим. Бьюти фалщит себе гимноману. Щелочка бьет шары. Вместе с двумя оставшимися пристами. Кокосина бьет шары. Дух, декаданс. Все время бьем духа, у которого мало хп. Нового духа забирает протопал, у него нет агро. Комнате запетами, смотрите, чтобы они не агрили. Духов впереди нас. Бьем нет, духов. Нету диска. Давайте, добили маленького духа по большому стоп ДД. Стоп ДД по духу, у которого много хп. Идем в комнате за звездочкой. Виталик, есть звездопад? Давай первый звездопад. У нас все умерли. Бежим звезду все. Тогда я дам, ты не давай пока. Выходи из облика, хиль пока, Виталий. Бежи. Давай, Килиманджаро. Килиманмун. Твой триумф. Бежим, не отставайте. Идем. Идем звезду СС и Локи. Как говорил Азион БДК, Фердинанд Протопалов. Зашли за угол. Присты, бейте духов. Идем. Ханты, бейте духов. ДК, бейте духов. Некромаг тупой. Идем. Дичь уменьшится, если никто сейчас не умрет. Я с тобой бежал. Ну ты, если бежал рядом со мной, ты выжил. Идем еще. Давайте, духа на край, протопал один. Лича на край.
Убиваем духа, все гневного духа. Добили духа и убежали на другую сторону, быстро убежали. РДД хилы уже убежали от этого духа. Все за личом спрятались, за личом. Все, убежали к личу, убежали, забили на духа, протопал ловит. Осквернение 4 секунды. Кто умирает от маленьких духов, 100 гп, если падает. Или Манмун, поднимай мага, если ты найдешь его. Я в центре. Вафу надо, быстрее, 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 сейчас комнату затянет. Виталик, с тебя звездопад, с меня захил. Да, есть иннер, даю, Олег. Виталик, тоже свой иннер. Тоже свой иннер. Тоже свой иннер, Анрикс, идем. Идем. Субкультура после комнаты, гимн на ману возле Анрикса, идем. Идем еще. Очень плохо без Эрдру, конечно, вот тут захиливаемся. Ну, пусть кресты кольцом. Давайте, идем. Не надо кольца света, агрит очень много духов на нас. Идем. Идем. Проходим быстрее, быстрее, быстрее. Одна секунда до выхода, к порталу все выходим. К порталу быстрее. Духи спускаются. Осквернение, рейндж. Смотрим за лужами. Духи спускаются, лужа идет. Все к личу, смотрим за лужей. Милизона лужа. Жаль, боссы все, смотрим, сейчас комната будет. Чего ты их не там? Ильти фулл хп рейду, сейчас будет комната. После комнаты выходим к порталу и добиваем. Сорян, что-то забыл про духов, за всеми побежал. Где? Бомба падает, сакру давай. Давай сакру, давай сакру. И все, вот тут стоим, захиливаемся. Давайте, идем еще. Побежали, сейчас еще одна упадет на рейд. Проходим. Возложение рук на Анриксах, паладины. Идем. Идем еще. Если есть тотем, там жирный шаман, поставь тотемом. У него достаточно ману. А у меня нет. К порталу, к порталу, к порталу. Хилин рейд сел, по-моему. Уходим к трону и там добьем спокойно. Протопал, не забывая дух. Вернение секунды. Макромак. Бежали к трону.